Вместо двух остановок общественного транспорта, улица Профсоюзов и 5 углов появится одна рядом с гостиницей «Арктика». Делается это прежде всего для того, чтобы разгрузить поток автомобилей в центре города. Когда ждать перемен и насколько они будут удобны для пассажиров, выясняла наша съемочная группа. Оценить новый остановочный комплекс рядом с гостиницей «Арктика» в полной мере пока вряд ли удастся. Прохожие, неожиданное в этом месте препятствие, многометровую асфальтированную площадку и вовсе стараются не замечать. А ведь после установки здесь павильона просто игнорировать масштабный комплекс уже не получится. Там уже остановок на Профсоюзов рядом с Юностью и на 5 углах совсем не будет. Ну, планируется по графику установка здесь нового павильона 31 октября. Вот, параллельно на существующих остановках Профсоюзов и 5 углов будут установлены ограждения и развешаны баннеры информационные о переносе остановки. Планируем так. Причина таких перемен очень простая. Новое место выбрано с расчетом на то, чтобы разгрузить поток автотранспорта на проспекте Ленина. Как оказалось, привычные для жителей города остановки не имели так называемых карманов. То есть автобусы и троллейбусы сильно мешали остальным участникам движения. Кроме того, перенос мотивирует и соображениями безопасности. За 5 лет в центре города произошло несколько аварий со смертельным исходом. В том числе погибли люди, ждущие транспорт. По расстояниям получится от остановки Володарского до 5 углов будет 600 метров. От 5 углов до остановки Егорова следующей будет порядка 650 метров. То есть, в принципе, это расстояние вполне нормальное и комфортное для посадки. Ну, а мнение уже пассажиров, оно посмотрим, будет видно. С точки зрения движения это положительно. Предложение это не наше, это в ходе строительства «Арктики» и реконструкции самой площади было выработано. Нововведение порадует разве что автомобилистов. Теперь проехать через центр города будет проще и комфортнее. К тому же после закрытия старых остановок разрешат поворот направо с Профсоюзов на Центральный проспект. А вот пассажирам общественного транспорта придется менять привычки. Многие считают такие изменения крайне неудобными. В «Арктике» вряд ли будет удобно. Столько народу будет на площадке, на этой, где люди гуляют. А здесь все-таки стоят. Здесь уже привыкли, что отсюда уезжаете? Да. Если только транспорту неудобно, что здесь останавливается, а люди привыкли уже здесь. Здесь, кажется, очень удобно. Все-таки остановка. И выход к вокзалу, а от Юности выход к бассейну туда. Вот многие идут на ту сторону, пересаживаются на 5-ку. И дальше едут в Первомайский район, если отсюда. Вы считаете, будет неудобно, да? Да. Да, я думаю, нет, тут как раз народу на площади, перед «Арктикой» будет много там же, на праздники, на это, так возле «Юности» некоторые выходят здесь. Здесь она давно была, сколько я здесь живу, в Мурманске, всегда эти остановки были две.